День народного единства отметили в городском округе Люберцы. Праздник посвящен памяти вековых традиций и сплоченности всех народов России. В честь этого события прошел концерт для люберчан. Подробности в следующем сюжете. Народными песнями и танцами встречали гостей в культурно-просветительном центре. Творческие коллективы подготовили концертную программу с традиционными номерами разных народов России. Поздравили жителей и представители власти. Самая главная ценность – это единство. Это то, что у нас есть. Наша история, наши традиции, наше старшее поколение, которое передает нам эту эстафету историческую. Конечно же, мы гордимся нашей историей, гордимся нашей страной, воспитываем и растим детей для того, чтобы наша страна шла вперед, развивалась и всегда занимала самое высокое место. На празднике, приуроченному Дню народного единства, подросткам вручали паспорта гражданина Российской Федерации. Свой первый документ получили 11 девушек и юношей по случаю достижения 14 лет. Это было очень торжественно, и прямо на сцене мне вручили паспорт и вручал сам глава городского округа Владимир Михайлович. Сегодня я получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. В праздничной обстановке. У меня очень волнительный и важный для меня день. В фойе встречали и провожали гостей накрытые столы от разных народов России – Татарстана, Мордовии, Дагестана, северных народов и Башкирии. Каждый узнал о культуре, главных традициях и попробовал национальное блюдо. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.